Здравствуйте, уважаемые друзья. Хочу предложить вашему вниманию вариант. Это сухая мушка. Исполнить вот такой вариант, но упрощенный, мокрой, очень хорошо уловистой мушки, нимфочки. Давайте с вами приступим. Крючок я беру нимфовый. Для того, чтобы лучше было видно вам, 12 номер. Ну а желательно вообще, чтобы он был номер 14-16. Нить обыкновенная. Приблизительно 10-12-0. Ровно. Крепить теперь элементы наши. Капнем капельку клея. В качестве хвостика я буду использовать вот такие немножко бракованные перья черка или древесной утки флуоресцентного цвета. Если у вас, допустим, нет, можно спокойно взять вот эти бородочки, вот такие хорошие стекловидные, с любого другого перышка, какие у вас будут в наличии. Цвет принципиальной роли не играет, главное, чтобы количество их соответствовало тому хвостику, который мы будем с вами изготавливать. Я отрезал необходимый пучочек, вот приблизительно немножечко такой. Значит, что у нас представляет хвостик? Хвостик должен быть равен длине телу. Тело у нас будет составлять ту часть, которая от жала до колечка. Крепим наш хвостик здесь. Подхватываем. И 1-2 оборота, вот так, закрепим наш хвостик. Довольно-таки простая, но уловистая мушка. Часть материалов мы можем с вами заменить, те, которые вы захотите. Ну, я буду изготавливать из тех материалов, из которых я изготавливал. Я уже показывал неоднократно, я беру бородку пера. Из тех перьев, которые используются мечевидных, закрепим его здесь, будем изготавливать тело, обматывая этим пером. Можно резинкой наше перо почистить, но я принципиально это не делаю, так как я хочу, чтобы у меня на теле присутствовала определенная лохматость. И аккуратненько вот так стараемся, насколько позволяет наша ровница, подготовить тело к последующей обмотке. Подготовили тело, сделаем завершающий узел и удалим нашу нить, так как перо у меня достаточно длинное и желательно обмотку выполнить вращением тисками. Промажем клеем, так как армировать я не буду. Наше перо будет держаться за счет того, что клей наш приклеит хорошо перышко. И если у вас есть функция такая, как у меня, берем и спокойненько начинаем вот так. Стараемся виточек к виточку намотать тело. Если по каким-либо причинам у вас не будет такого пера или вы не захотите, пожалуйста, используйте любой другой материал, который вы захотите. Это может быть и та же силиконовая резинка, которую я очень часто употребляю при изготовлении разных нимфочек и других мушек. Доходим до крепления, формирования, вернее, нашей грудки. В этом месте останавливаемся. Чтобы наше перышко никуда не убежало, я его подхвачу перодержателем.
и заново закрепим нить. Сразу подхватываем наше перо вместе с ниточкой. И удаляем. Как у каждой нимфочки, которую мы изготавливаем, необходимо, чтобы была грудка. Поэтому в качестве грудки я буду использовать, у меня имеется вот совсем немножечко, вот остаток вот такого павлиньего пера. Мне его будет вполне достаточно. Крепим его там, где у нас закончили мотать тело. И буквально вот ровно сколько у нас будет позволять наше перо, формируем грудку. Грудку мы сформировали. И теперь нам с вами понадобится вот такой блестящий люрикс. Желательно, чтобы он был золотистого цвета. Если по каким-либо причинам нет, можно использовать и другой. Значит, мы берем кусочек из одной и с другой стороны вот так на косую для удобства крепления, с одного кусочка и с другого кусочка края вот так на косую подрезаем наш люрикс. И теперь аккуратненько ставим в удобное для нас положение, прихватываем сперва один край, вот так переворачиваем, и так, чтобы у нас золотая наша часть окрашенного люрикса смотрела наружу, крепим вторую часть. Значит, необходимо, чтобы у нас люрикс находился в положении снизу вверх или же вдоль тела, как вот так вот мы с вами закрепили. Это мы с вами, друзья, будем заменять джунглевого петушка, который используется вообще при вязании вот такой мушки. Пока мы еще не нагородили здесь никаких элементов, нам будет достаточно удобно вот так на косую, ровно на длину нашей грудки. Обрезали. Перевернули с другой стороны. И также подрезали. У нас вышли вот такие симпатичные щечки с одной и с другой стороны. Пока мы ничего больше не делаем, нам понадобится изготовить сверху крылышко. Учитывая то, что я у соседа периодически нахожу во дворе вот такие перья цесарки. Это перо, которое уже курочка выбросила. Я подготовил себе, выровнял часть бородок этого пера. И удерживая пальцем, вот так, я их отрываю. Складываю в один ровненький пучочек, подравниваю. Если мне по каким-то причинам, допустим, пучок большой, и беру его вот так еще даже немножечко как бы перемешаю. Примеряем наш пучочек. Крылышко у нас должно приблизительно быть до начала загиба или же до почти середины нашего хвостика. Не надо изготавливать чересчур его большим и длинным. Вот приблизительно где-то вот так.
Если нет такого пера, возьмите кусочек индюка. Нет, оторвите любую щепоточку другого пера, того, которое вы, допустим, сочтете необходимым использовать его здесь. Возьмите щепотку пера куропатки. Точно так же будет это действие. Поэтому крашеное, не крашеное. Вот можно было, допустим, у меня есть вот такое крашеное перо куропатки. Можно было из него, ну, понятное дело, что не крашеного изготовить. Закрепили наше крылышко, остатки сразу удаляем. Вот так. В качестве ёршика я буду использовать перышко. Улетело мое перышко. Я буду использовать перышко, которое я взял с шеи петуха. Можно взять курицу. Все, что у вас будет под руками, просто у меня обыкновенный китайский скальп петушка, который продается в любом интернет-магазине, у меня был под руками. Подбираем так, чтобы у меня длина бородок соответствовала моей мушке. Не выбрасываем, они нам еще пригодятся в качестве изготовления разных нимфочек. И подготавливаем наше перышко. Обычно я для того, чтобы перо хорошо держалось, оставляю с вот такими вот бортиками, если оно достаточно короткое. Тогда перо легче закрепить и не выдергивается при наматывании. Закрепили, значит, нам подтянули перышко еще на себя. Нам необходимо с вами выполнить ровно 1-2 оборота для того, чтобы обозначить нам опушечку. Сильно усердствовать не надо. Сделаем на всякий случай, чтобы нитка наша не убежала. Узелочек. Возьмем перодержатель, так как перышко короткое, и выполним обмоточку нашим пером. Следим за тем, чтобы бородки наши не подламывались, а ложились красиво, ровненько. Если что, поправляем руками. Вот как вы видите, у нас 1,5-2 оборота нам вполне достаточно для того, чтобы изготовить вот такую нимфочку. Подводим теперь вверх, удерживаем перо и крепим его. Нанесли капельку лака на головку. Еще придется, наверное, не один раз это выполнить. И как вы видите, вот такая симпатичная у нас мушка. По возможности, что мы могли, заменили. Довольно-таки уловистая. В таком варианте, который я показал вам, она вначале выполняет функцию как сухой мушки. При намокании пера она начинает медленно погружаться и тогда действует уже в толще воды. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!